Меня зовут Гала Скотт. Вчера моя жизнь казалась идеальной. По крайней мере, я так думал. Интересно, где Фред? Он должен был уже быть здесь. Ваш муж слегка опаздывает. Вы друзья Фреда? Мы должны были встретиться здесь с Фредом. Ах, вы, значит, обслуживающий персонал. Сколько вам заплатить? 15 миллионов долларов. У вас 24 часа. Мы должны навестить вашу дочь, а потом вашу мать. Фред, что, черт возьми, происходит? У меня нет денег, чтобы вам вернуть. Что? Я все исправлю. Вы же ненадежны. Езжайте в Нью-Йорк. Мама, мы едем в Испанию. Маламуда? Эй, мама, что ты здесь делаешь? Ты девичник. Давай без лишних слов. Это дело твоей матери. С кем ты болтаешь? Просто звоню папе. Его сотовый выключен. Девичник, значит, никаких сотовых. Отдай мне, мама. Дай сотовый. Знаешь, сколько народу стоит в очереди таким образом? Целый вагон. Извините, не заметил вас. Ты не видел меня? Это трактор. Я думал, он будет выглядеть иначе. Но у нас нет дома, а машина моя сломана. Думаю, тут я заблужусь, но у меня много места, и для вас могу камеру подготовить. Вы нам ничего не сказали. Ты меня не потеряешь. Мы должны это здесь развернуть. Нам его развернуть надо. Не стоило нам сюда приходить. Странное время. Странное время. Не знаю, где Фред. Но сейчас я это решу. Мы семья. Семья, которая вместе. Я тебя не оставлю. Моя ночь – это просто неурядица. Рада вновь вас видеть, дорогой.